Мато-Гроссу, штат в центральной части Бразилии. Административный центр – город Куаба. Мато-Гроссу является третьим по площади штатом Бразилии, но достаточно мало населен. Граничит со штатами Пара и Амазонас на севере, Токантинс и Гояс на востоке, Мато-Гроссу-ду-Сул на юге, а также со штатом Рондония и Боливии на западе. География: на территории штата преобладают низкодревесные кустарниковые саванны, что отражается в его названии. В переводе с португальского оно означает «густой кустарник». На севере штата расположены влажные тропические леса Амазонки, на юге – заболоченная низменность Пантанал и плато Мато-Гроссу. В Мато-Гроссу преобладает континентальный климат с двумя ярко выраженными сезонами – сезоном дождей и сезоном засухи. Сезон дождей длится в штате весной и летом, сухой сезон – осенью и зимой. Среднегодовой уровень осадка в разных районах штата составляет от 1250 до 2750 мм. В штате находится большая часть заповедника Пантанал, известного своими уникальными флорой и фауной, характерными только для этого региона. Экологические проблемы в Мато-Гроссу одни из наибольших в Бразилии, так как штат страдает от уничтожения лесов. История. В 1920-х годах где-то на территории Мато-Гроссу затерялась группа исследователей, искавших некий затерянный город под руководством английского топографа Перси Фассета. В 1977 году из состава Мато-Гроссу была выделена его южная часть, ставшая штатом Мато-Гроссу-ду-Сул. Население, численность населения штата, по данным 2010 года, составляет 3 035 122 человек. В штате отмечается преобладание взрослого молодого населения, а также заметно преобладание мужчин в связи с эмиграцией из соседних штатов. Урбанизация на 2006 год составила около 76,6%, расовый состав – мулаты – 1 599 228, белые 1 060 420, чернокожие 174 000, азиаты и индийцы 31 000. Административное устройство. Административно штат разделен на 5 мезорегионов и 22 микрорегионов. В штате 141 муниципалитета. Экономика. Основной отраслью экономики Мато-Гроссу является сельское хозяйство. Штат играет важную роль в производстве сои, особенно хлопка, по производству которого штат находится на первом месте в Бразилии.